Почему у биткоина и криптовалюты нет будущего? Правда, что ли? Ну, держитесь, авторы этого высказывания. Неужели у биткоина нет будущего? Даже когда Нью-Йоркская фондовая биржа в сотрудничестве с Microsoft и Starbucks создает криптовалютную платформу с фьючерсными контрактами на биткоин с физической поставкой актива. Когда Fidelity запускает криптоинвестиционную платформу для институциональных клиентов. На минуточку, эта американская корпорация управляет активами на $2.5 триллиона. А с 2015 и до сегодня эта компания майнит криптовалюты. Когда Стив Возняк, один из создателей Apple, считал блокчейн пузырем, а сегодня он уже соучредитель инвестиционной блокчейн-компании. Когда у Кэти Перри 73 миллиона подписчиков в Инстаграме, и она постит это. Когда создатель JavaScript Брэндон Эйх собрал $35 миллионов за 30 секунд только на проект браузера Brave, который сейчас уже работает на базе токена BAT. Этот токен в том числе используется для вознаграждения контент-мейкеров и дает возможность пользоваться интернетом абсолютно без рекламы. Когда Amazon Web Services сотрудничают с блокчейн-проектом Qtum. Когда фонд Билла Гейтса в партнерстве с Ripple и Coil создают платежную систему на базе протокола Interledger от Ripple для людей, живущих в странах, где есть проблемы с финансовыми переводами. Это по сути уже жест доброй воли. В мире блокчейна вообще много благотворительности, ведь и Binance направит все сборы за листинг на благие цели. Когда крупнейшая американская компания IBM заключает партнерство со Stellar для организации ускоренных и более дешевых трансграничных платежей. Когда глава JP Morgan Chase назвал биткоин обманом, а после этого его компания приобретает большое количество биткоинов. Получается, некоторые банки заинтересованы в крахе биткоина, но также не могут отказаться и от кусочка от этого пирога. Когда главная лига бейсбола MLB, вдохновившись популярной игрой криптокотики, занимается разработкой собственной блокчейн-игры. А баскетбольный клуб NBA занимается майнингом эфириума ради благотворительности. Когда Джордж Форрест называет биткоин финансовым пузырем только для того, чтобы купить его за $6000. Когда Alibaba и IBM являются лидерами по количеству блокчейн-патентов в мире. Когда инвестиционный директор Йельского университета инвестирует 400 миллионов долларов в криптовалюту. Успех этого человека в инвестициях очевиден настолько, что от имени университета его сравнивают с Уорреном Баффетом, а в мире он считается одним из самых влиятельных инвесторов. Когда братья Уинклвосс вложили $11 миллионов в биткоин из тех денег, которые они получили от Марка Цукерберга в качестве компенсации за кражу их идеи создания Фейсбука, а теперь их состоянию позавидуют многие. Когда создатель Твиттера, запрещая рекламу криптовалют, говорит, что биткоин станет единственной валютой через 10 лет. Когда миллиардер Ричард Брэнсон считает, что блокчейн совершит экономическую революцию в странах третьего мира. Когда Goldman Sachs планирует запустить токен, подкрепленный долларом на своей платежной системе. Когда компания Square Inc., которая занимается обработкой мобильных платежей, позволит своим клиентам свободно работать с криптовалютой, то есть продавать и покупать ее на своих площадках. Когда только Coinbase стоит $8 миллиардов, а год назад стоил только 1.5, а большинство других криптовалютных бирж тоже достаточно быстро растут. Для сравнения, NASDAQ Inc. весит $13 миллиардов. Похоже, в обозримом будущем мы увидим, как Coinbase обгоняет NASDAQ. Когда сооснователи Ютуба и Твича консультируют Тета Токен, это такой криптовалютный проект, что занимается созданием блокчейн-видеохостинга. Когда компания-производитель ASIC-майнеров Bitmain впервые попала в топ-20 китайских компаний, заняв 13 место из 130. Стоимость Bitmain оценивается в $10.5 миллиардов. В 2017 году эта цифра составляла $2.5 миллиарда. Когда криптовалютная биржа Binance зарабатывает больше, чем крупнейший банк Германии. Когда сооснователь Reddit считает биткоин средством хеджирования экономических кризисов. Когда блокчейн и криптовалюта прямо сейчас меняют жизнь африканского континента, позволяя местным предприятиям наконец выйти в мировой рынок, разорвав коррупционные сети своих правительств.
Когда один из создателей Википедии работает над децентрализованной версией ресурса Еврипедия. Когда финансовый гигант Робин Гуд предлагает купить криптовалюту без комиссии. Когда бывший помощник президента США занимается созданием собственной криптовалюты и позитивно отзывается о биткоине. Когда американский актер, известный вам по фильму «Эффект бабочки», Эштон Кутчер пожертвовал 4 миллиона долларов в Ripple XRP на благотворительность. Когда Национальная ассоциация игроков футбольной лиги покупает долю блокчейн-проекта «Спортскар». Когда основатель фирмы Social Capital Partnership инвестировал в биткоин и не продаст его меньше, чем за 1 миллион долларов. Когда запускается глобальный стартап на блокчейне Plastic Bank, являющийся решением для избавления океанов от пластика, при этом давая возможность вам на этом заработать криптовалюту. Когда 42-й президент США Билл Клинтон выступил на конференции Ripple Swell и выразил поддержку блокчейн-технологиям. Когда экс-советник Дональда Трампа и бывший президент Goldman Sachs занялись разработкой блокчейна, бросая вызов крупным потребительским кредитным компаниям. Когда Overstock теперь принимает криптовалюты. И, наконец, когда криптовалюты могут положить конец бедности, социальной неравности и в корне изменить жизни самых бедных людей в мире. Все еще думаешь, что криптовалютам конец? У интернета нет будущего. 1997 год.